Статистика ДТП в Оренбургской области не радует. Только за последнюю неделю произошли десятки крупных аварий. Это столкновение случилось 11 августа на улице Комсомольской. Очевидцами стали наши корреспонденты. На месте происшествия оказались представители казачества. Они не словом, а делом доказали свое истинное предназначение. Проезжая мимо места происшествия и увидев страшную аварию, толпу людей в замешательстве, казаки не растерялись и буквально за минуту вытащили пострадавшего из груды железа. В течение 10 минут мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Полиция, скорая и пожарные службы прибыли только через 20 минут после вызова. Давайте без комментариев. Трясется пока всего, честно.